Крошечные, проворные, озорные, активные, любопытные и неутомимые – все это малыши чихуахуа. В их маленьком тельце огромное сердце, которое верно и предано своему хозяину. В этом доме 13 взрослых чихуашек и еще столько же малышей. Здесь всегда шумно, ведь эти маленькие собачки не дают скучать своим хозяевам. Чтобы узнать побольше об этой породе, стоит заглянуть в историю. Чихуахуа – самая маленькая порода собак, названная в честь мексиканского штата Чихуахуа. Собаки этой породы впервые были обнаружены в конце 19 века. Предком чихуахуа предположительно является древняя собака Течичи. Вот именно чихуахуа в относительно современном их виде наши колонизаторы европейские обнаружили в 19 веке. Они пользовались популярностью, их доставляли из Америки в Европу. Естественно, они пользовались большой популярностью среди дам, потому что очень удобно вот такую вот мышу взять и носить под мышкой. Уже в 1904 году эту породу представила на выставке в Филадельфии гладкошерстная сука по имени Миджет. Спустя почти 20 лет, в 1923 году, были написаны первые стандарты породы. Собака эта не крупная, максимум, которого она может достигать, это 3 килограмма. Больше это уже не котируется. Самая маленькая собака этой породы и вообще самая маленькая собака в мире по кличке Бубу весила 675 грамм и рост ее составлял 10 сантиметров в холке. Глядя на чихуахуа, ее можно описать как собаку быструю в движении, с хорошей реакцией, живым характером, абсолютно бесстрашную. По корпусу она очень компактная, а череп в форме яблока – главная особенность породы. Чихуахуа имеет манеру очень высоко держать умеренный длинный хвост, который либо изогнут, либо образует полукольцо с кончиком, направленным в область поясницы. Хвост по виду плоский, средней длины, широкие у основания, постепенно сужается к кончику. Шерстный покров хвоста зависит от разновидности и гармонирует с шерстью корпуса. У длинношерстных чихуахуа шерсть на хвосте образует подвес. В покое хвост опущен и слегка изогнут. Для кобеля чихуахуа предпочтительно квадратная форма. Сука может иметь более растянутый корпус, что обусловлено репродуктивной функцией. Глаза чихуахуа крупные, округлой формы. Удивительно крупны уши чихуахуа, стоячие, широко расставленные, широкие у основания, постепенно сужающиеся по направлению к слегка закругленным кончикам. Также порода делится на два типа – кобби и дир. Кобби-тип выглядит примерно вот так. Это вот короткий носик, это крупная голова. Вот. Ну, возможно, это может быть собака еще чуть-чуть шире в груди, но это, в принципе, характерно больше для кобелей. Они более компактные и широкогруды. Вот хвостик должен быть, вот сейчас она им машет, сейчас не видно, да. А вообще хвостики у них вот так вот, серпом. Вот так они должны быть, это стандарт породы. У типа чихуашек дир голова небольшая по объему, с большими ушами, что придает собачке сходство с летучей мышью. Мордочка длиннее и легче, грудная клетка меньшего, чем у кобби типа объема. Хвост длиннее и намного тоньше, чем у кобби. Шерстяной покров не такой густой, как у кобби типа, подсростка практически нет. По натуре своей эта собака компаньон. Она очень предана хозяину, она очень любит играть, она очень любит вообще проводить время вместе. Чем бы вы ни занимались, она будет рядом. То ли вы там что-то на кухне возитесь, это ваш ассистент, то ли вы убираете, она будет гоняться за шваброй. Что же касается темперамента, то эта маленькая собачка – верный компаньон и товарищ. Несмотря на свой размер, чихуахуа очень отважен и нетруслив. С гордостью добермана эти малыши облаяли нашу съемочную группу. Он обладает потрясающей способностью смотреть свысока при своем небольшом росте. Чихуахуа очень любопытны, также они наблюдательны. Они сразу поймут, что ему предстоит – пойти погулять или пойти в гости. Чихуахуа часами могут следить за тем, как вы сидите за компьютером, вяжете или беседуете с друзьями. Но надо отметить, что собаки очень обидчивые. Прикрикнув на нее, будьте готовы, что ваш маленький друг может просидеть в своем домике целый день, пока не простит вас. Удивительно подвижные, темпераментные и выносливые. Могут подолгу бегать по квартире или саду, проделывая на бегу невероятные трюки. Считается, что длинношерстный чихуахуа мягче и уживчивее гладкошерстного, а гладкошерстный – активнее и темпераментнее. Чихуахуа предан своему хозяину, иногда ревнив, но не злобен. Известно, что при сильном стрессе представители породы страдают непроизвольным мочеиспусканием. Собачки неприхотливы в еде и питаются всем, что даст хозяин. В общем, это маленькое чудо станет полноценным членом семьи, настоящим другом, верным защитником и преданным соратником.